Сегодня хотели поделиться с вами такой находкой, вернее, не находкой, а то, что вспомнили и хотели сделать. Если ваш организм требует витамина, как раз сейчас весна, то можете приобрести, у нас, к примеру, везде на рынках продаются такие сухофрукты высшего качества. Что здесь находится? Здесь, как правило, в таких пакетах, вы можете наблюдать, смотрите, отсыпаете примерно третью часть, это примерно 300 грамм. Здесь обычно, как правило, урюк, сушеные яблочки, вот они яблочки, потом тоже вот урюк, сушеные сливы, сушеные вот такие вишенки. Это полностью комплект, когда обычно его пьют, чтобы восстановить организм после болезни, после заболевания. Что нам потребуется? Примерно 300 грамм такой смеси. Наливаете воды, тщательно промываете, замачиваете примерно на минут 20. Воду примерно меняете несколько раз, 3-4 раза, потому что, вот смотрите, первый раз мы промыли, и вода грязная. Все, сейчас несколько раз промываем, оставляем на 20 минут и продолжим. Сухофрукты мы промыли тщательно, они немножко постояли, где-то минут 20. Теперь берем большую кастрюлю, этого объема у нас хватит на 3-5 литров, примерно даже 4. Выкладываете сухофрукты, добавляете сахар по вкусу, также можете добавить свежий лимон. Теперь, получается, мы ставим на огонь и ждем закипания. И варим 40 минут. Это очень... Всем привет! Это очень витаминный компот, который, в принципе, дают везде в садиках, поликлиниках, больницах, когда после... для восстановления. Иммунитет будет на ура. Но в любом случае компоненты все используйте, которые вам можно и не вызывают у вас аллергии. Вот прошло 40 минут, и такой компот у нас получился. Теперь вы его можете процедить и отдельно положить ягодки. И у вас будет такая вкуснота. Можно, давайте деткам и взрослым, очень вкусно. Но обычно мы вот эти все яблочки, вот это, оно очень вкусно. Поэтому вот такой небольшой рецепт и лайфхак. Все, всем пока, будьте здоровы, берегите себя.